И снова ZBrush 2019. Не стал я снимать ролик, как я вот делаю вот эти складки. Неинтересно там, словом, нудно. Так, вот такой вот персонаж. И давайте его покрасим. Так, Shift Z. Z включаем глаз. И нам понадобится вот этот пацан. Мы его увеличиваем. Так, теперь Shift Z скрываем. Выбираем сначала волос. Вот этот. Shift Z включаем. Кисточка стандарт на RGB переходим. Drop Size сделаем побольше. И вот так вот. Shift Z. Покрасим. C английская. Выбираем вот этот цвет. И закрашиваем все волосы. Вот таким вот образом. Смотрим сверху, чтобы ничего не пропустить. Так, все нормально. Снимаем маску и закрашиваем вот этот вот еще волос. Ну, нормально. Так, теперь N. Так, поставим. Не забываем внутри тоже покрасить, сзади кончики и так далее. Так, это нормально. Теперь Shift Z. Выбираем N. Выбираем голову пацана. Shift Z. C. Выбираем цвет. И вот так вот покрасим все это дело. Пока наметаем вот этот цвет. Потом будем просматривать полностью персонажа. Так. Теперь нам понадобятся руки. Зараз уже N. Находим руки. И руки тоже прокрасываем. Х-симметрия. Вот такие вот дела. Теперь N. Выбираем брови. Нажимаем на цвет черный, красим брови. Shift Z, находим пацана. Z, включаем его больше интенсивность цвета. N, находим теперь. Давайте китель. Shift Z, теперь включаем C. Выбираем. Так, Ctrl-Z. Наводим на нужный нам цвет. И вот это все дело красим. C английская, повторюсь. Так. Вот таким вот образом. Теперь N. Включаем вторую половину, тоже закрашиваем. Ну, вроде все нормально. Теперь у нас выходит Shift Z. Белая рубаха, синие ремни, да? Так, давайте штаны сначала. Выбираем штаны. Z. Подгадываем. Немножко уменьшаем видимость, прозрачность. Подгадываем под штаны. И прибавляем цветность. Z. Убираем глаз и красим. C. Английская.
Выбираем, закрашиваем. Так, есть такое дело. Теперь N выбираем уже ремень. Выбираем ремень. Все это дело сейчас будет объединяться по прошлым роликам. Теперь N выбираем рубаху. Выбираем белый цвет. Вот так вот. Еще сейчас будет корректировка. Теперь выбираем C, красный цвет, и нужно сделать повязку. N, находим повязку. Тоже ее красим. Вот таким вот делом. Теперь N, выбираем глаза. C, белый цвет. Закрашиваем глаза. Shift Z можно отключить, чтобы еще сзади их полностью выкрасить. Shift. Левая кнопка мыши. Включаем все это дело. Так, и надо теперь нарисовать зрачки. Зрачки у него черные, большие. Нормально. C. Выбираем черный цвет. Сразу ставим кисточку побольше. X симметрия. И попробуем вот так вот. Во. Потом, может, еще я глаза чуть-чуть подкорректирую. Вставлю вот эти вот зрачки. Так, Shift Z. О, побольше сделать надо. Так, теперь у нас выходит Shift Z. А, ремень у нас другим цветом. Пардоньте, думаю, что-то не стыковка. Выбираем N, выбираем ремень. Shift Z. Z включаем глаз. Уменьшаем прозрачность. Выводим на ремень. Увеличиваем интенсивность. Красим. C. Выбираем цвет. Так, есть такое дело. И рубаха будет прикольно таким цветом выглядеть. Ctrl Z. N, рубаха. Так, тут вот получается, что рубаха должна быть синяя, а вот это N, вот это вот должна отсутствовать, да? Так, когда мы делаем через Alt, Ctrl Z, включаем зад. И вот это дело все вот так вот. Так, это кто у нас тут? Тоже белая рубаха. Так, теперь выходит коричневая у нас вот эта штукенция. Выбираем коричневый цвет. Вот эта штука. Так, нет, такой цвет мне не нравится. Shift Z возьмем родной.
Так, теперь C. Во, нормально. Поработаем со значком теперь. Вот тут еще надо будет подкорректировать. Так, N. Баха, вот оно у нас недокрашенное. Вот поэтому я говорю, нужно теперь каждый сабтул вот этот отключать и перекрашивать внутри. Так. Так, ну а теперь поработаем вот с этим знаком. Уменьшаем кисточку. Выбираем теперь белый цвет. Все это дело закрашиваем. Со всех сторон. Так, а как вот теперь вот эту вот внутренность в черный закрасить? Ну, давайте помудимся. Выбираем черный цвет. И потихоньку поверху, так, кисточку чуть-чуть еще поменьше. Так, она и так на единичке стоит. Аккуратненько. Вот так вот все закрашиваем. Так. Теперь С подкорректируем кое-где. Так, С. Ну и кое-где вот так подведем просто бока слегка, чтобы не залезть на кромку. Так, и вот этот край тоже оп, подкорректируем. С чуть-чуть приберем. Shift, левая кнопка мыши. Так, все нормально, да? Теперь N выбираем вот этот повязку и выбираем кисточку, которая делает складки. Ее можно скачать в интернете. Смотрим сетку, делаем
геометрии делаем кризы. Кризал. И делаем. А ну-ка, попробуем сначала полиш, деформация. Делаем полиш. Ох ты. Ctrl-Z. Геометрии делаем Dynamesh. Так, Ctrl-D. Ctrl-Z. Кисточку поменьше и чуть-чуть здесь складок наделаем. Через Alt можно вот так вот. Ну вот что-то в таком духе. Так, теперь Mirror and Well, Delure, Divide. Ну вот, все нормально. Так, что еще тут забыто? Это забыты веревки. Так, давайте веревки C. Переключимся на цвет. Опять же, C включим и раскрасим N. Это что у нас такое? Вот веревки, да? Нет, вот они веревки. Надо их чуть-чуть потемнее, чтобы отличались. Во, вот так как-то. И тут N. Так, нет, наверное, это коричневый так и оставим. Выберем N, выберем вот этот бич-бардак. И попробуем его вот так немножко потемнее сделать. Вот эту часть. Так, а теперь выбираем N, выбираем вот эти веревки. Так, сначала бич бардак, С, выберем коричневый цвет вот этот. И теперь N, выбираем веревки и красим их вот в такой цвет, чтобы они выделялись. Так, теперь что еще можно сделать? Нужно подкорректировать, так, N, выбрать вот этого персонажа. И попробовать его через Alt вот это все позачистить. Вот так. Теперь выбираем C цвет и вот здесь чуть его подкрасим. Вот так вот сзади, чтобы было видно. Тут вот чуть-чуть пройдемся. Так. Ну и теперь N. Выбираем вот эту. Move topology. Вот здесь вот поднимем. О. Так вот.
Так, поработаем N немного с лицом. Выберем складки и попробуем складкой вот эту губу сделать. Так, Ctrl-Z. Так, теперь Clay Buildup. Вот так это типа делаем. Во. А вот здесь поднакидаем вот такие вот штукенции. И наметим типа, о, губа. Так, теперь через Alt немножко порисуем. Здесь тоже паз сделаем. И нос чуть-чуть дооформим. Во. Нарисуем теперь вот эти вот мочки на нос. Вот так вот. И немножко вот так сделаем. Так, это ж кто у нас, китаец? Давайте мы немножко нос сделаем поострее. Вот так вот. И вот эту нижнюю губу чуть-чуть побольше. И шифтом снизу. О. Так, тут выглаживаем, где глаза тоже корректируем. Так, что у нас тут со скулами? Вот скулы чуть-чуть нужно тоже подкорректировать. Вот здесь вот сделать Alt, как бы пас. Вот так вот. Так, что тут еще получается? А. Маску снимаем. И теперь C. Было замаскировано, где у нас были брови нарисованы. Подправим. Не беда. Так, вот эти ямы тоже поубирать надо. Так, теперь что еще? Можно немножко ухо пролепить через Alt. Так, Ctrl-Z. Так, и вот здесь вот чуть-чуть, вот так вот дооформить, чуть-чуть выгладить его. Ну что, поработаем еще с глазами или пусть черное остается? Вот вопрос. Так, можно сделать вот так вот, выбрать белый цвет. Стандарт. Интенсивность чуть-чуть побольше, кисточку поменьше. И здесь вот так вот белые такие штукенции поставить. И вот уже, в принципе, нормально. Так, вот это вот. Вот так вот пойдет. Так, я забыл еще N ноги. Так, Shift Z, синий, белый.
Понятно. Так, вот этот выбираем C. Shift Z. Угу. Получается x симметрия, чтобы вот так уже. Вот так. Shift Z. Здесь вот так вот. А здесь вот так вот полоса. Ну и низ, конечно, тоже надо закрасить. Так, здесь чуть-чуть переход помягче сделать. Ну и тут тоже чуть-чуть. Это вот так как-то. Теперь что будем делать с этим гражданином? Так. Его, в принципе, можно уже и убрать, если он, в принципе, не нужен. Так, геометрия мира and well. Мы сделаем вот так попроще. Все это дело. Так, Ctrl-Z. Чуть-чуть выгладим. И, наверное, персонаж. Выбираем C, вот этот цвет, и переключаемся на тело. Не знаю, нужно оно, не нужно. В принципе, его можно уже удалить. Оно уже роли не играет. Все, что она могла дать, она нам уже дала. Так, 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 так. Так, это вот так вот раз. Ну вот получился вот такой персонаж. Теперь его нужно именно объединить и сделать из него уже развертку и импортировать в Blender под кости или в Mixamo. Я в Mixamo потом буду кидать его и выберу ему именно анимацию. Все, всем пока, до свидания.